Передовой отряд Гондора под предводительством Денетера фактически достиг южной части Итилиена. Там расположено поселение Тир-Этрайт, находящееся на берегу реки Порос, которая впадает в Андуин. Это самое южное поселение, которое было захвачено Мордором. За ним лишь земли Харада. Что в этом поселении делает Назгул Хамал, остается только догадываться. Но вообще Назгулы выполняли особое назначение от своего властелина, путешествуя иногда по всему Средиземью и добывая для него информацию или пленников. Назгулы невероятно сильный и выносливый отряд кавалерии, и это будет особой проблемой для нас. Поэтому тут особую роль будут играть лучники, цель которых будет уничтожить как можно больше вражеских всадников. Ну а потом, если придется, сойдемся и в прямом бою с этими черными нуменорцами. Для такого дела, конечно, двух отрядов лучников, тем более лучников ополчения, будет маловато, учитывая, что их статы порезаны в этом моде, и они не бьют теперь по площади, а атакуют только те цели, по которым попадают непосредственно. Но будем обходиться тем, что есть, и применять какие-то изощренные тактики или стратегии. Вражеские копейщики попытаются предотвратить наше проникновение, видимо, их кавалерия двинулась с площади в нашу сторону, это нам на руку. А вот лучников на площади они оставили зря. Как раз их лучники, пока мы не пробили своим тараном стену, могли бы причинить вред нашей армии. Хоть небольшой, но все-таки ущерб. Единственное жаль, что нам придется разбивать стену, потому что потом эту стену придется ремонтировать за счет казны, но атаковать ворота в данном случае все-таки было бы опаснее. Причины для этого две. Первое, то, что гораздо больше башен одновременно обстреливают наши войска, они бьют с уроном 8, что достаточно больно. Ну и вторая причина то, что ворота легче защищать, чем пролом в стене. Меньше площади, чтобы проникнуть внутрь поселения, и соответственно легче создать толкучку. И таким образом безнаказанно обстреливать армию, пока она теснится в воротах. С провалом в стене все гораздо хуже. Враг может двинуться как в одну, так и в другую сторону, при этом достаточно быстро отделив один отряд от другого, и, устранив толкучку, может нападать уже на поселенцев и гарнизон, который спрятался внутри поселения, с нескольких сторон. Гондорский полководец правильно сделал, что не стал добивать стену, пока лучники не исчерпают стрелы в своих колчанах, и наши конные метатели, легкая кавалерия, тоже не выстреляют запас своих копий. Само собой, первоочередная цель – это уничтожить как можно больше всадников Назгулов. Но защита у них высока, а нападение просто кошмарно, так что особого результата нашего обстрела пока что мы не наблюдаем. Две трети колчана пусты, копья метателей уже исчерпаны, но не так уж много поверженных врагов. Хотя, можно сказать, часть брони и здоровья мы сняли, соответственно, пехоте будет гораздо легче справляться, чем если бы это были свежие, агрессивные черные нуменорцы. Итак, стрел не осталось, 3 или 4 всадника убиты. Такой слабенький результат, наверное, стоило потратить эти стрелы на вражеских копейщиков. Хотя, борьба пехоты с Назгулами покажет сейчас, что стоило сделать правильнее. Пробиваем стену и в бой. У нас два отряда элитной пехоты, а это бойцы с очень высокими показателями. Напомню, это гвардия Белой Башни и один отряд средней пехоты в средней броне, но у них уже есть опыт. Нам на руку играет то, что пехота прежде всего столкнется с вражескими копейщиками, а значит бонус на нашей стороне.
А вот с Назгулами скрестим пальцы, чтобы никто из наших полководцев не пал смертью храбрых. Слово «Назгул» буквально означает «призрак кольца». Это были 9 людских владык, порабощенные через кольцо всевластия Саурона. Одевая кольца, которые должны были укрепить и расширить их власть, придать им сил, они даже не подозревали, кому в итоге будут служить. Они стали рабами своего тщеславия, а в итоге рабами черного властелина Мордора. Так, Таран успешно пробил стену, и мы пропускаем вперед тех из военачальников, у кого телохранителей в отряде больше, в надежде, что это повысит выживаемость самих предводителей. Кавалерию тоже попытаемся продавить вперед, чтобы, если что, наносить удары натиска в спину вражеским кавалеристам, ну и, конечно же, копейщикам. Очень пригодилась особая способность Денетера, про нее не забываем, так как она снижает урон, который проходит по нашей пехоте, ну и прибавляет к их статам. Отводим быстрее и заряжаем нашу кавалерию для натиска, потому что элитная пехота начала таять. Слишком высоки статы нападения у Назгулов, и они буквально одним ударом, одним-двумя ударами сбивают насмерть наших пехотинцев. Но и наша пехота не слабо бьет, осталось совсем немного черных нуменорцев. Скорее всего, никто из наших военачальников не погибнет. Как я уже говорил, Назгулами стали 9 владык человеческой расы. Это были сильные и волевые люди. Кольца умножили их силу и дали возможность им использовать магию. Многие из этих 9 были чародеями. Причем им сопутствовала удача, успех и богатство. Эти люди могли позволить себе практически все благодаря силе колец. Но вот с волей была беда. Их воля и желание жить постепенно угасали. И мало-помалу, кто из них был сильнее, тот сопротивлялся дольше, кто был слабее, тот быстрее перешел в мир призраков, где их ждал Саурон и его ловушки. Так они стали рабами колец Саурона и подчинились его злой воле. В ближнем бою они были весьма искусными мечниками. Кроме того, у них были моргульские кинжалы, которые, раз ранив врага, убивали его либо сразу, либо постепенно. Даже несмотря на то, какой глубины и серьезности было само ранение. Вражеский полководец пал, один из Назгулов Мордора повержен. Осталось расправиться с вражескими лучниками, и это поселение будет захвачено и освобождено от темных сил. Ближний бой с Назгулом выдержать мог далеко не каждый человек, так как основным оружием Назгула был страх, который он вселял во всех, кто его окружает. Орки боялись его как предводителя, а враги страшились его как чистое воплощение ужаса и страха. И только великие предводители могли повести за собой людей в бой против Назгула, так, чтобы те не обратились в бегство при первом же контакте с этими тварями. Назгул мертв, а орки-лучники сопротивляются так, будто он среди них. Ну, как мы знаем, убить Назгула невозможно пока что. Каждые 2 хода он будет возрождаться, поэтому, видимо, его призрак все еще тут и вселяет страх ворочих созданий. Попробуем надавить на их жалкие душонки нашим количеством и тем, что зайдем к ним в спину. Может, смерти они будут бояться больше, чем своего черного властелина. Так и есть. Враги бежали, безоговорочная победа за нами, но 40 наших воинов доблестно пали в бою. Честь им и слава! Южный Тилиан освобожден от сил Мордора, и Тир Этрайт теперь становится нашим гондорским поселением. Маяком Юга, где мы будем встречать возможные силы Харада. Но Мордор мы сюда уже не допустим.
Граница нашей империи теперь будет пролегать по реке Порос, что дает нам особое тактическое преимущество. Мы можем удерживать мосты на этой реке и не давать врагу переправиться на эту сторону. Конечно, если у нас будут войска для этого. Что-то в Тир-Этрайде много мордорских построек. Это первые кандидаты на разрушение в случае, если наша казна будет нуждаться в дополнительном золоте. Следующей целью нашего, можно сказать, диверсионного отряда под руководством Денетера будет Амон Эйтель. Это уже южный Гондор за пределами Итилиена, и сейчас это глубоко харадская территория. Армия Гондора с наших первых ходов очень подросла, и сейчас ее численность составляет около 6000 человек. В два раза больше, чем в самом начале нашей кампании. Из них 1700 копейщиков и 1600 лучников. Можно сказать, основа боевой мощи Гондора. Вдобавок к ним есть 1000 мечников и 200 топорщиков. 120 всадников и 980 единиц элиты. 1000 элиты делится на такие категории. Из них 630 мечников, 230 лучников, 44 топорщика и 82 всадника. Население в 26,5 тысяч человек на армию почти в 6 тысяч воинов. Вот так сюрприз подготовил нам Саурон на 10-м ходу. Два полных стека орков с командирами. Осада Каэр-Андраса. Армия 2500 орков. Тролли, катапульты, серебряные лычки опыта. Это просто жесть. Ну что ж, Каэр-Андрас у нас полон, и 1500 воинов Светлой Империи готовы дать отпор этой тьме орков. 1/4 армии всей нашей империи, причем в основном элита, сейчас защищает Каэр-Андрас. Если орки возьмут этот замок, следующим будет Минас Тирит, а это недопустимо. Каэр-Андрас очень красивое, но не менее удобное для обороны место. Этот маяк гондорских земель всегда сдерживал любое зло, которое направлялось в сторону нашей империи. Река Андуин достаточно широка и глубоководна, но есть два места, в которых ее возможно перейти армиям вброд. Одно из них существует благодаря расположенному между берегами острову, на котором и построена крепость Каэр-Андрас. Другое место находится там, где сейчас расположены развалины Асгилиада. Ну что ж, дожили мы и до осады нашего замка, так что теперь нужно все сделать правильно. Напомню, у врага есть катапульты, это означает, что нашим стенам, скорее всего, придет конец. И все, что мы поставим на стены, будет либо уничтожено крупными валунами и камнями, либо обрушится вместе с стенами, когда они не выдержат натиска и падут. У нас 8 из 20 отрядов лучники. Очень хорошо иметь много лучников, когда вы заперты в крепости. Это позволяет расстреливать врага до того, как случится непосредственная схватка в ближнем бою. Ну а так как стрел у лучников достаточно, можно очень сильно ослабить вражескую армию, лишив ее больше половины своих бойцов. Только лучников нужно расставить так, чтобы за ними было преимущество, а лучшее место в Каэр-Андрасе это все-таки холм, на котором находится главная площадь. Так лучники будут на высоте, а вот попасть по ним лучники врага уже не смогут, так как будут находиться в низине. Опять же, на передовые стены лучников я не ставлю, потому что катапульты, скорее всего, сметут эти стены к чертям. За стены замка тоже не рискую выводить, потому что пространство для бега там небольшое. И играть на два фронта лично для меня, как для полководца, будет достаточно сложно.
Мой план заключается в следующем. Пока враги будут обстреливать стены и лучники врага будут подходить, чтобы обстреливать отряд, что мы поставили в башнях над воротами, наши лучники будут безнаказанно стрелять по приблизившимся оркам. Ну а если они войдут в крепость, то у наших лучников все еще будет время сосредоточить свой огонь, при этом не попадая по своим на вражеских отрядах. Ну и естественно наша пехота будет стоять чуть ниже, на том же холме, и в случае чего не давать противнику подойти к нашим лучникам, завязываясь в бой и уничтожая тех, кто сумеет все-таки выжить и приблизиться достаточно близко к нашим стрелковым отрядам. Пока вражьи уруки расходуют свои стрелы на наш отряд ополчения, наших самых слабых бойцов, катапульты расстреливают наши стены и тоже расходуют запас камней. У нас есть возможность ждать и посмотреть, чем все это закончится. Ну и, конечно же, расход ресурсов противника всегда идет в нашу пользу, тем более, что можно сказать, что их стрелы идут в молоко, не причиняя нашей армии основной никакого ущерба. Ворота они пробили, но что-то двигаться в эти ворота они не спешат. Искусственный интеллект достаточно умен, понимая, что в воротах мы легко создадим столпотворение и просто уже стрелами лучников, скорее всего огненными, раздавим их основной напор. Они хотят сделать больше брешей в наших стенах и уже проникнуть в крепость с как можно больших точек. Таким образом, они приблизительно сравняют свои шансы и смогут избежать столпотворения, которое, не будем кривить душой, очень часто является ключом к хорошим победам в осажденных замках. Итак, лучники уруки подошли ближе, чтобы обстреливать наши отряды, находящиеся на противоположной стене. Я уж думал, что те отряды будут в какой-то мере в безопасности. Их цель была отвлечь врага, если он попадет внутрь замка, чтобы силы врага разделились на две половины. Одна побежала наверх к площади, а вторая отвлеклась на отряд лучников и тяжелых топорщиков, которые стояли бы на стене. Тоже такой хитрый план по принципу «разделяя властву». Одна брешь в нашей стене пробита, наши башни над воротами оказывают слабое, но таки сопротивление, обстреливая вражеских уруков своими стрелами. Урон, кстати, у крепостных стрел чуть выше, по-моему, 10. Отлично, атака нашей бронированной кавалерии рыцарей лебедя прошла по передовым отрядам лучников. Не зря оставил я ее за замком, думал, что возможно подвернется и ей работенка. 1/4 отряда лучников пала. Напомню, это не простые низшие орки, а лучники уруки уже в тяжелой броне и значительно высшими показателями страха перед Сауроном, будем так называть их мораль, и атаки как дальней, так и ближней, и соответственно защиты. Кавалерия пока отстоится в безопасности, ее обстреливали огненными стрелами, но хорошо, ни один из наших всадников не пал. Прочна их броня, и быстрые лошади несут их на поле боя. Вторая дыра в нашей стене, уже есть 3 места, через которые враг может хлынуть в нашу крепость. У них отрядов лучников не меньше, чем наших, видим, зашевелились их луки, пытаясь дотянуться до нашей пехоты, наших ополченцев и нашей кавалерии. Хорошо они так стоят, возможно, удастся еще раз воткнуть копья наших кавалеристов в их слабые ряды. Катапульты никак не успокоятся, пока не сотрет все ближние стены просто в прах. Я представляю, сколько потом будет стоить ремонт крепостных стен для нашей казны. Итак, цель для нашей кавалерии мы выбрали. Конечно, можно было бы дать красивый бой перед стенами нашего замка, выйти нашей бравой армии, но я думаю, это было бы тогда эпическое поражение. А сдавать Каэр Андрас нам ну никак нельзя. Наша империя не владеет еще достаточной армией, чтобы выдержать не только эти 2 стека, но и те войска, которые Мордор сразу же пришлет за ними. Орки-лучники, увидев нашу кавалерию, сразу начинают сосредотачивать огонь на ней.
но надеюсь, ей хватит защиты, чтобы противостоять стрелам орков и таки совершить нападение с натиском на отряд лучников, который находится ближе всего к ним. Масса и скорость несущейся лошади, упор локтя, держащий копье, и его острый наконечник – все это означает смерть для легко или тяжело вооруженного пехотинца, который посмел стать на пути у этого смертоносного оружия. Выставленный вперед щит может не выдержать, мечом такую атаку вряд ли сможешь отбить. Единственное, что остается, это ловко попытаться увернуться. И то всегда есть риск, что ты будешь просто растоптан и сметен лошадью, либо всадника, который несется на тебя, либо скачущего рядом с ним кавалериста. Орки поджигают своих собратьев в надежде дотянуться своими стрелами до брони наших всадников. Это тоже нам на руку. Надо отбежать чуть подальше и ударить снова. Пока пехота орочья не реагирует на нашу кавалерию, нужно бить снова и снова их незащищенных лучников. Тут было бы где разгуляться армии Рохана, или хорошо было бы, если бы Денетер был среди нас. Его кавалерия более быстрая, подвижная, более легкая. Ну и при этом два отряда кавалерии нанесли бы гораздо больше ущерба, чем сейчас наносит один. Довели число орочих лучников в отряде до сотни. Вон там видим, два отряда стоят в перекрестье. Вот в это перекрестье просто просится попасть под натиском наша кавалерия. Красавцы, всадники лебедя из Дол Амрата, герои данного сражения. Еще один натиск по скоплению лучников не помешает. Армия врага на 1000 больше по численности, чем наша. И хотя бы сравнять счет по количеству каким-то образом до начала непосредственного сражения в замке нам таки нужно. Лучники-орки немного в смятении, а нашу кавалерию нужно отводить как можно дальше. Уже слишком много стрел попало по их броне, и местами она может дать трещину. Тем временем катапульты пробили брешь уже в 5 местах, и если сейчас вся эта арава хлынет, то, конечно же, удержать ее будут определенные проблемы. Свою роль в истории Гондора Каэр Андрас играет уже не первый раз. Эта крепость была построена в начале третьей эпохи для контроля за переправами через Андуин и для отражения атак на Калинардон. Калинардон – это самая северная провинция Гондора, но из-за чумы и многих других бедствий она практически заброшена. Каэр Андрас защищал эту провинцию и весь остальной Гондор от вторжения вастаков. Вастаки – это собирательное название племен Востока, куда включались и стерлинги, рун и другие племена, стоявшие на стороне Мордора. Несмотря на то, что мы уничтожили немалую часть лучников врага, они тоже подкосили два наших отряда – ополчение, которое мы выставили для контроля над башнями, над воротами, и лучников, что мы выставили на противоположной стене. Из отрядов 73 человека осталось только 34 бойца. Итак, вастаки нападали на Андрас и северные части Гондора, чтобы отвлечь армии Империи от контроля над мордорскими силами, которые в это время втихую собирались вокруг Барад-дура, где отстраивалась крепость и возвышалось уже пылающее око черного властелина. Со временем вместо вастаков под Каэр Андрас, под его стены, начали приходить уже армии орков, да и не просто орков, а приводили с собой еще и пещерных троллей. В одной из таких сражений в 1944 году третьей эпохи Каэр Андрас таки был захвачен благодаря натиску ужасных троллей, которые пробили ворота и разбросали, буквально разметали гарнизон крепости.
хотя погибло и немалое число орков, так как удерживать Каэр Андрас было достаточно несложно. Зашевелилось огромное орочье пятно. Видимо, почувствовали, что все, что им мешало, уже разрушено, и можно просто хлынуть во все щели, во все дыры и бреши, которые они пробили, и атаковать непосредственно гарнизон великой крепости Каэр Андраса. Жесть, у катапульт еще есть заряды, и сейчас они обстреливают, буквально достают с берега до наших лучников и нашей пехоты, которая ютится, прижалась к стенам построек Каэр Андраса в надежде, что те защитят их от этих огненных камней. Но надо воевать, несмотря на огненные камни, потому что передовые отряды Мордора уже показались из-за стен и бегут в направлении центральной площади. Жалко рейнджеров и Тириена, жалко наших лучников и пехоты, но теперь наш черед задать Мордору огня. Первыми к нам добежали вражеские лучники, остатки отряда, но это так, это еще не опасность. Пехоту отправляем на перерез вражеской пехоте, и нужно мониторить троллей, потому что они вот-вот подберутся к нашим отрядам, и уже это будет настоящая бойня. Против троллей будут воевать наши секироносцы. Они очень эффективны, так как способны резать броню, а у троллей очень высокие статы по броне и по жизни. Натиск троллей кошмарен, почти весь отряд элитной пехоты лежит на земле, надеюсь, многие встанут. Но элитная пехота тоже способна неплохо удерживать троллей. То, что творит вражеская катапульта, это просто жесть. Всем лучникам немедленно назначаем мишени, используем способность Фарамира, чтобы уменьшить урон, получаемый нами, и увеличить урон, наносимый нами. Сейчас вся надежда на нашу элиту и на наши стрелы. Если мы сможем справиться с троллями, то все остальные просто полягут в попытке одолеть эту вершину, которая им явно будет не по зубам и не под силу. Вражеские лучники уже истощены, стрел у них не осталось, так что опасности с их стороны ожидать не стоит. Благодаря тому, как мы расставили наших лучников, они могут лупить прямо в упор, не попадая по своим, но при этом очень сильно попадая по врагам. А враги такие образуют огромное пятно, и каждая стрела находит свою цель. Каждая стрела наносит урон. Это просто рай для наших лучников. Силы врага, как я и планировал, разделились. Часть из них пытается обойти Каэр Андрас по правой стороне. Видимо, хочет зайти через западные ворота. Те, кто у нас находятся на западной стене, явно уже смертники. Враг окружил их отовсюду. Но зато у нас есть возможность атаковать отряд лучников нашей кавалерии, которая находится у нас за стенами Каэр Андраса. И при этом нужно успевать следить, что у нас происходит на главном нашем фронте, это возле нашей площади. Потому что там основная бойня сейчас идет с троллями и тяжелой пехотой, скорее всего даже генералами, предводителями орков. Ситуация очень напоминает ту бойню в 1944 году Третьей Эпохи. Тогда орки и тролли разрушили Каэр Андрас. Почти все здания разрушили, почти все стены разваляли, чтобы эта крепость больше никогда не служила преградой им и вастакам, которые совершали набеги на Гондор. Ну что ж, тролли мертвы, у нас есть шанс не допустить повторения этой печальной истории. Тогда Гондор потерял Каэр Андрас, но совсем ненадолго, потому что подкрепления из Минас Тирита выбили армию орков оттуда, и крепость была восстановлена. Впоследствии случалось разное, и Каэр Андрас еще не раз переживал плохие времена. Но Гондору всегда удавалось отобрать крепость у врагов, в случае если она была отнята, или отбить осады сил противника. Отряды нашей элиты обмельчали по численности, но теперь мы можем зайти в спину противнику и рубить орков с плеча, уменьшая их численность и сводя их к нулю. Оборонительные позиции могут смениться наступательными.
Теперь преимущество на нашей стороне. Основные отряды орков разбиты, осталось добраться до их полководца, и тогда страх перед Сауроном уже не будет застилать им глаза. А скорее в этих глазах будет отражаться страх перед собственной смертью. Катапульта врага уже не стреляет, а вот наши колчаны еще наполнены стрелами. И сейчас эти стрелы могут низвергнуться на лучников и отряды пехоты, которые стоят в низине. Наши всадники тоже не будут отдыхать, их, как и было в начале боя, 19 человек, и они способны убивать лучников, давя их своим натиском. Правда, и у орков еще немало сил, вот есть два резервных отряда, которые они направили против нашей кавалерии. Это орки с алебардами и орки-громилы, которые владеют такими достаточно убойными мечами. Отличные новости, вражеский полководец пал. А это значит, что скоро враг может начать бежать, хотя бежать ему, судя по всему, некуда и придется истреблять всех до последнего. Отчаяние осажденных может перерасти в неистовый гнев, который может заставить подавиться осаждающих собственной кровью и собственной жадностью. Осажденные, доведенные до исступления голодом и страхом, могут не знать жалости, когда джинны их ярости выпустят из бутылки. Так, что это за речь о поражении? Лучники у руки безнаказанно пытаются обстреливать нашу кавалерию. Ребята, вам это не дано, вам пора уже быть мертвыми. Что ж, придется почтить памятью полководца и великого губернатора Арнаха, элитного топорщика и его телохранителей, которые защищали западную стену Каэр-Андреса. Но орки взяли и эту стену, и скоро этот весь поток хлынет к площади, на которой их ждут остатки нашей армии. Хотя, если посмотреть на соотношение сил, оно приблизительно равное. А значит, на победу у нас гораздо больше шансов, чем в начале боя. Орки покидают стены, а орочим лучникам уже, видимо, даже нечем стрелять. Ну что ж, стоим до последней капли крови. И, скорее всего, до последней капли крови врага. Пусть стража Марана на Черных Врат подходит ближе к нашим лучникам. Не будем давать бой на их территории. Пусть сначала преодолеют подъем, а потом наши стрелы сметут большую часть их отряда, и тогда их можно будет добивать мечами нашей пехоты. Одна третья стрел в колчанах наших лучников еще осталась. Наша кавалерия продолжает отвлекать основные силы врага, которые мечутся туда-сюда, теряя инициативу и стамину, то есть запас сил, что делает их крайне уязвимыми и менее выносливыми. Заменяем отряды полководцев и их телохранителей, которые уже устали от длительного боя, на более свежие и более многочисленные, чтобы таким образом компенсировать и сократить наши потери. Ну и, конечно же, более свежие отряды будут эффективны в бою. Хранить и использовать резерв в самый последний момент – это тоже хорошая тактика. Орки пытаются перегруппироваться, размещая своих лучников за пределами крепости. Видимо, ждут, пока все остальные пехотинцы покинут стены и уже одним наплывом атаковать смогут нашу площадь. Но и на площадь они тем временем посылают отряды марананской пехоты. Можем сделать им небольшой сюрприз нашей кавалерии, раз вывели своих лучников за стены, пусть получат от наших копий.
их отряды даже не успевают подняться наверх, как мораль сразу падает до нуля и начинают они бежать. Сейчас надо успеть нанести удар натиском нашей кавалерии до того, как орки с алебардами и подобной всякой хренью выбегут за стены города и попытаются атаковать нашу кавалерию. Вот, теперь соотношение сил перевалило явно в нашу пользу, и уже то, что нам говорят, ласкает уши. Осталось переварить буквально два крупных отряда, израсходовать последние стрелы наших лучников, и можем идти в контрнаступление, разгоняя налево и направо обессиленные и без всякой морали остатки врага. Не сможет вражеская тяжелая пехота поймать наших всадников, не смогут они дотянуться и до нашей пехоты, а вот мы их лучников вполне можем покрошить. Именно Искайр Андраса фармер совершал набеги на истерлинские отряды, которые приходили на помощь Мордору. Еще он использовал убежище в Итилиене, пещеру под водопадом, которая тоже служила хорошим для этого местом. Но после крупных операций всегда отходил в Каэр Андрас на перегруппировку. Так что эта крепость, пока она под нашими флагами, всегда будет служить символом Гондорского фронта, символом Гондорского противостояния против превосходящих сил. Врагу она как кость в горле и красная для быка. Ну что ж, переходим в контрнаступление и пора эту битву заканчивать. Так как Каэр Андрас частенько осаждали, в нем всегда было полно припасов еды на случай таких ситуаций. И близость реки давала возможность рыть глубокие колодцы на территории крепости и доставать воду прямо оттуда, не выходя за стены. Гондорцы хорошо умели укреплять и защищать свои крепости. Но самым важным фактором была возможность быстро подвести подкрепление или с Асгилиата, или с территории Минас Тирита, который находился буквально в нескольких часах езды галопом от Каэр Андраса. Саурон понимал, что сломить империю людей можно только одновременными атаками по нескольким фронтам. Для этого он и привлекал орды Харада, орды Руна и Вастаков, чтобы они продолжали ослаблять гондорцев, а уже потом бил сам ордами орков и использовал троллей. В конце третьей эпохи занять Каэр Андрас он послал самого короля-чародея. Если это его передовые отряды, то они понесут печальные вести своему господину. Взять город им явно не удастся. Орки напоследок, я вижу, оживились, но и мы уже добиваем последние остатки. Хотя стоит не забывать, что у орков еще две катапульты, это два отряда троллей. Хватит ли сил справиться с этими двумя отрядами, которые достались Мордору на халяву? Такие читерные катапульты, можно сказать. Тролли никогда не бегут, у них мораль на замке, так что придется их убивать, иначе битва не закончится в нашу пользу.
Орки решили нахрапом ломануться к нашей площади, сделать последний рывок, но надо их перехватывать, иначе они встретятся лицом к лицу с нашими злыми лучниками. А что уже лучники с ними сделают, это, конечно, будет жесть. Хорошо, у нас остались топорщики Лосарнаха и стражи фонтана, которых мы не задействовали в бою. Они будут добивать наших троллей, точнее вражеских троллей, которые остались, так сказать, на закуску. Жалко, мы на стене потеряли элитных воинов с топорами и полководца, но это, наверное, была ошибка выставлять их туда. Хотя они сослужили своей цели и так долго держали акцент внимания орочьих отрядов на стенах, вместо того, чтобы те рвались всем скопом на площадь. Может, есть и другие тактики обороны Каэр Андраса. Да и наверняка они есть. Если взять больше отрядов кавалерии, то можно с самого начала значительно лучше разогнаться и давить лучников. Или, возможно, более значительную оборону выставить на стенах. Но я для себя избрал именно такую тактику, которая и провел этот бой. Армия врага, можно сказать, практически повержена. 2500 не устояли против 1500 наших солдат. Итак, финальный бой с троллями. Посмотрим эффективность режущих броню топорщиков и наших просто убер-стражников фонтана. Стражи фонтана – это самые сильные боевые единицы армии Гондора. Их атака аж 21, а учитывая, что они режут броню пополам, то это самый большой показатель атаки из всех гвардейцев, которые есть в нашей армии. Сильнее может бить только кавалерия во время натиска. Победа, какой бы ценой она ни была достигнута, но это героическая и отважная победа с нашей стороны. Наши потери грандиозны, 1/10 всей армии Гондора. Ну а потери орков просто ужасны. Они потеряли целый стек элитных прокачанных войск в попытке осадить и захватить Каэр Андрас. Такой вот он знаменательный и запоминающийся год 3020-й третьей эпохи. Почти год прошел с начала нашей кампании, и это самая крупная битва, которую нам довелось провести. Но это только половина удара, который удалось отразить. Следующая половина уже готова обрушиться на западный Асгилиад, в котором, увы, нет такого гарнизона, как в Каэр Андрасе. Кроме этих бед, орки еще атаковали Эмин Арнен немногочисленным отрядом и подтягивают отряд к восточному Асгилиаду. Вечером к берегам Асгилиада подойдет кровь как орков, так и людей, которая будет нестись водами Андуина в залив Белфаласа. Красные потоки жестокой битвы будут следами нашей победы и нашего горя. Отряды Мордора просто взялись за нас со всех сторон, видимо, чувствуют глубокое сожаление и обиду за неудачный штурм нашей крепости. Да и Харад постарался, слив наш флот у своих берегов, точнее у наших уже южных берегов. Харадримы спешат укрепить гарнизон Амон-Эйтеля, чтобы он не достался как легкая добыча нашему наместнику Денетару. Но как бы они ни поступили в этом случае, это на руку нам, так как они освобождают подходы к другому своему поселению, к которому уже плывет корабль с нашей армией. Разделяй власть в данном случае как никогда актуально.
На данном ходу наша империя просвещеннейшая держава. Лорд Фарамир получил плюс 2 хитпоинта к своей жизни и минус 1 к морали всем бойцам на поле боя. Такой себе негативно-позитивный трейд или ачивка. Ну и конечно же мы потеряли героя лорда Форланга, который пал как храбрец, защищая западную стену Каэр-Андраса.